Всем привет! Добро пожаловать на 18-й урок. Сегодня у нас разбор песни Наргиз «Ты моя нежность». Эта песня в оригинале идет в си бемоль миноре. Мы с вами в прошлый раз пытались разобраться, что такое тональность. Так вот, основная тоника здесь си бемоль. Тональность си бемоль, лад минор. Си бемоль минор. Если вы смотрели предыдущие уроки, то на клавиатуре были диезы. Сегодня клавиатура будет с бемолями, потому что бемольная тональность. До диез и ре бемоль это один и тот же звук. Только из-за того, что бемольная или диезная тональность, он меняет свое название. Тональность си бемоль минор, но у нас всего 4 аккорда. Во всей песне всего 4 аккорда. Начнем, как всегда, со вступления. В левой руке ми бемоль, фа, си бемоль. В правой руке ми бемоль, ре бемоль. Соединяем все вместе. Этот ход ре бемоль до си бемоль я еще часто использую в основной части песни. Аккорды. Ми бемоль. Фа. Си бемоль. Заметили, да, что постоянно ми бемоль, фа, си бемоль, ми бемоль, фа, си бемоль, ми бемоль, фа, си бемоль. Постоянно все повторяется. Ну, я считаю, что это очень просто. А вы? В правой руке тоже аккорды. Соединяем. Я стояла на краю земли. Больше точно не могу лететь. И уходят наши корабли. Нам уже, наверное, не петь. Эту песню нам вдвоем допеть. Ми бемоль.
си бемоль. Правой руке. И второй раз то же самое. Спасибо за внимание, не забывайте ставить лайки, подписываться, комментировать. Пока!